У моего дайма отдела учрайды та республикум конкурс я учителя Карумбатан ерышта асадышты дуак абхан магашка. Комкома ама фаша он махожа. Архай той за дуын дуа школае. Уй фаронима абаргая дуа хатты фылдару. Финал ма бахатсашты дуа даш хождары. Арташай рак фалвараны. Хи куштрав дишин аратары дашныят ама практику нахорта. Конкурс араштырсыт ахурады кабажан. Кадр тасаттакадыны проекты фалгаты. Ешай рак нышан фида нахурганджиты школае саттакадын райдайын. Уйтухаешь нишанку, то педагогон клашта. Умхума так предмет ты улдаешь, волотанамунан с педагогика, ама психологии. Мне нравится эта профессия, я планирую в будущем связать свою жизнь с этой профессией. Готовилась, писала текст для этого конкурса вместе с учителями-наставниками. Такого рода конкурсы очень важны, потому что дети имеют возможность презентовать все, чему они научились. Это такое конкурсное мероприятие, которое дает живости педагогическим классам и, в принципе, повышает престиж педагогической профессии и, конечно же, направлено на профориентацию будущих наших учителей.